как то, что мы сделали в осознанном сновидении, может воплотиться у нас в материи? Может ли? Конечно, в материи, в жизни, мы находимся внутри своего подсознания. А мы заснули, мы попали в подсознание, и там что-то свизуализировали. И когда проснулись, уже в этом пространстве подсознания уже есть галочки, к чему стремиться, и выстраиваются синхронистичные события под это. То есть это просто, ну, условно, мы пишем письмо, которое помещаем в наше подсознание, да, и оно начинает распаковываться, то есть какое-то понимание. На то таком есть же... во сне мы находимся в подсознании, а в бодрствовании это пространство. Подсознание и пространство – это одно и то же. То есть это тоже на примере карт визуализации, желаний и всего, когда мы просто визуализируем и направляем, то есть внимание, да, фокус постоянно направляется там.